Всем привет! Как обычно, я уже в дороге. Кофе налито. Еду на свою первую стройку. Сегодня я начал поздно. 9:30. Ну, в принципе, тоже иногда надо выспаться, ребенка в школу отвезти, позавтракать дома нормально. Как бы свои плюсы есть. Я так думаю, последние дни я работал немножко допоздна. На стройке заказывали бетон где-то в 4:30 на кран. Я постоянно туда попадал. Вчера, допустим, все в 4 часа помылись, машины домой ушли. Одна стройка заказала 19,5 метров. Это получается, я первый загрузился, 10 метров повез. После меня Саня был, 9,5, все. А остальные уже дома сидели, отдыхали. И, видать, до диспетчеров дошло сейчас, что мы рано начинали, поздно заканчивали. Они немножко решили сдвинуть. Сейчас нашу смену чуть позже мы начали сегодня. И, наверное, также повезем сегодня вечером последний рейс. Вот эти они заказывают постоянно там 19-20 метров на кран. Стены заливают или колонны заливают. Ну, им, конечно, невыгодно эти 20 метров на 3 машины раскидывать, да, по 8 или по 6 метров. Вот они сразу меня, друзья, десятку, и там у нас 2 штуки сейчас ходят, полуприцепа. Один в отпуске, всего 3 у нас на заводе. 10-кубовые машины, даже 2 10-кубовые, одна новый Mercedes Arox, я делал небольшой обзор, он берет 9,5, потому что не проходит по весу, у него полуприцеп тяжелый, а у меня марки Штеттер, фирмы, которая выпускает вот эти полуприцепы, а на Mercedes, если не ошибаюсь, это Putzmeister. Он немножечко тяжелее по весу, так как у него ноги выдвигаются даже при полном, если полный прицеп будет стоять с бетоном, да, 9 кубов, ты можешь все равно ноги поставить и уехать. У меня только ноги я могу ставить, когда полуприцеп пустой, а не так, как они по весу не проходят. А вот там ноги мощные, и из-за этого вес увеличен, и 10 кубов ему нельзя брать, 9,5, все, максимум. Так, ладно, я аварийку включаю, буду смотреть сейчас, что мне скажут люди. Жду, сейчас кто-нибудь придет и расскажет мне. Эй, алло, день добрый! Серб? Польска? А? Сербия, По-русски говорит, если Сербия, значит они славянский язык, славянские вот эти все наречия, можно по-русски он поймет. Тут уже определяешь, потому что немцев здесь, как правило, нет. Сербия, Хорватия, Македония, Польша, Латвия, Украина работает. Все такие языки, в которых при большом желание можно понять. Все, загрузка началась. Первую рюмку отправил. Ну, смотрите, кто идет. Где? Вот кто. А? Ты. Я ты. Его не знаю. Ты его не знаешь. Какой-то подозрительный чувак тут лазит. Иди его. Я машину закрыл. На закрыл же? Не вылазит. Ну все, молодец. Тут надо смотреть. Да, то. Иначе отвлекешься, могут полазить в машине. Уже случаи были. И телефон, и кошелек. Портмоне. Ну, как это по-русски? Кошелек. Кошелек. Кошельки. Портмоне тоже, по-моему, по-русски. Да. Но я стою уже третья уже рюмка ушла наверх. Полторашка, да? Да. Полтора метра? Полную набираю. О, только не знаю, здесь что мыться, наверное, нельзя, да? Потолок делают или что? Жидкий. Да. Жидкий, жиденький такой. Нормально. Четверочку так разбавляю и все. Так. Ну ладно. 3 говоришь, да? А он уже идет. Да он быстро идет. Что, сегодня работы много, нет? А для меня нет. Вообще нет. Это последний рейс. На последний рейс. Потом а потом, может, приду. Вот все как сложно. Да. Давай, давай. Держи крепче!
когда залазить на рюмку, мы сами это делаем, почистить платок, чтобы вот бетон не капал. Бывали случаи, когда водитель, он падал с рюмки и ломал себе ногу. Вот в фирме такой случай был пару лет назад. Ну, если когда холодно, замерзает там вода, да. Обледенение, или маслом этим помажут, у нас можно поскользнуться. Как в России, чтобы человек здесь стоял, это не на каждой стройке бывает. Блин, бомба прямо надо мной. Вернее, не бомба, а это рюмка. Вот, так она же закрыта там. Блин, каска теперь упала моя. Посмотрел наверх, и каска упала, блин. Андрюха, смотри, вон, смотрите. Вон, прямо надо мной. Блин, крановщик держит. Не там, там же этот шланг, он же этот, немножко под это. Что нам говорит правило? Не стой под грузом, да? Да, не стой под краном, под грузом. Не стой под стрелой и под грузом. А у нас, я говорю, что у нас не на каждой стройке человек не стоит, не делает, вот как в России показывали, что там рюмку надо, да? Он сам набирает, у нас такого нет, у нас водитель сам все делает. Водитель все делает сам. Да, Андрюх, гвозди забирай, быстрее. На даче. Кстати, ржавые это классные гвозди, да? Они, как бы, если их забил, то все, они назад не полезут, да? Уже подготовленные гвозди. Да. Слушай, она выключается. Ну, все окей. Вот диск, пожалуйста, лежит. Почти что не пользованный. Ну-ка, что это, металл? Мне кажется, он уже металл или камень? Ну-ка, посчитай. Это по металлу. Но он металл. Видно, что вот здесь ну, края. Ну, не, да, уже пользованный. Вот. Что тут еще есть? Вот, пожалуйста, смотрите, вон материал. Вот вчера говорил насчет бетона, да? Сейчас посмотрите, что выкидывается. Как бы они могли пригодиться? Вот эти камешки. Они все резаны, Андрей. Ну, резаны. А что, срезанных можно тоже что-то сделать. Смотри, вон, какие выкидываются. Это везде так. Ну, конечно, это, да, бывает. Я вчера показывал целый контейнер арматуры выкинули. Пожалуйста, вот пенопласт, утеплитель. Красивый, розовый такой, вон. Забирай, да. Не, ну это нет, это еще в упаковке. Это... А вот в контейнере, вот этом зеленом контейнере, все вот это. Да этот контейнер, это он сейчас 7 вот. Кубиков, да, когда полный, но он же... Под навязку забит, вот. Его не знаю. Мне кажется, что машину его не вытянет. Не, этот камень легче, чем бетон. Да. Она поднимет. Вот. Ну, сейчас ведутся работы, да? Отделочные. Вот да, внутри уже работают, да. И электрики там, и отделочные. Вот. А, ну, я сейчас, смотри, разговаривал тут с одним человеком. До зимы. Ты на меня камеру держи. Да, да, на да. Меня снимай, сказал. Да. Я хотел немножко строить. Да, хорошо. Улыбайся, все. Все, давай. Короче, с одним человеком разговаривал. Я вам сейчас разницу вам скажу. Электрик. Хорошая профессия считается в Германии. Зарплата 20 евро в час. Здесь электрики работают 12 евро. 12, вы представляете, разница какая? Немецкая зарплата, и вот люди, которые приезжают сюда работать, польские электрики, они за 12 евро работают, должны снять жилье в Германии за свой счет, покушать и еще какие-то деньги увезти к себе на родину. Вот вам и разница. Даже я хочу сразу вам сказать, когда вы приедете работать в Германию или в Евросоюз, не ждите, что вас будут ждать с распостертыми руками. Да, и вас что... ждут как рабов. Вас нет, не будь как рабов, да? Вы должны настроены, что у вас будет сначала маленькая зарплата. Вам сразу большую зарплату никто не даст. Потому что местные только могут получить, кто коренные немцы, да, имеют образование, они могут получить те же электрики 20 евро в час. Если вы электрик, приедете сюда работать, рассчитывайте 12. 13-14 евро максимум, на что можете рассчитывать. Просто так. Я хочу людям дать совет, чтобы когда они не ехали... Подумали? Нет, когда они приедут сюда, они же приедут осторожно сзади там. Да, а ты осторожно, вон рюмка идет. Что у них будут мысли, что они здесь много могут заработать. Да, разбогатеют. Или не так. Разбогатеть здесь не получится. Да, да, да. Тут одной рукой дают, другой забирают. Так и есть. Все, ребят, наполняем следующую рюмку. Андрей, сзади смотри, у тебя там блоки лежат. Да, да, да.
Андрюха, подойди. Вот что мне нравится в этой каске, хоть она и страшная на вид, но ты ее одел, бываешь очки забываешь одеть, каску одел и всегда в них очки есть. А бетон, но он жидкий, он брызгает раз в стороны, чтобы глаза не попасть, я бываю одеваю очки специально. А вот так, чтобы с собой очки носить, бываешь, 100% ты их забудешь в машине. Да-да. Каски, вот, они уже встроены, это хорошая вещь. Быстро, так что, люди, смотрите, мы вас сразу предупреждаем, или как, просто вам даем советы, когда вы поедете на заработки, не ждите здесь, что здесь будет как курорт, или здесь будут вас ждать. Здесь работают люди за небольшие деньги. Конечно, это больше, чем они... По сравнению, да. По сравнению, что они зарабатывают на родине, но это очень мало для Германии. Как говорится, пока здесь, как он, как ты сказал прежде, одной рукой дают, другой забирают. Да, здесь вам надо жилье. Жилье основное. Жилье очень дорого. Сейчас вам скажу, жилье примерно на одного человека можете рассчитывать где-то в районе 300 евро. Один комната и даже койка где-то в общежитии 300 евро стоит. Я специально я поспрашивал, цены поузнавал. А это уже минус от вашей зарплаты. Надо. Вам надо покушать взять, да? Ну, сколько, я не знаю. Примерно, ну, я думаю, на месяц евро 200-300 надо, да? Так, по минимуму. Покушать. Надо же стираться, там одежда, да, все. Вот, смотрите, уже 500 евро вы просто будете оставлять на то, так чтобы здесь прожить. Ну и вот теперь можете налоги, да, может быть, там еще что-то как-то надо. Конечно, обязательно, как же без них. Все это вычитать. Плюс, как это по-русски сказать, помягче, наколят, да, наколят вас обязательно, да. Есть вот такие моменты, помогут, где-то кто-то как-то там. Не обязательно, чтобы вас там накололи. Вот, и это, потому что несколько человек спрашивали уже, таких же вот, спрашивают, где можно жилье? Говорят, можно жилье дешевле найти. Меня спрашивают. Так, на жилье, смотрите, есть два варианта. Есть маленькие отели, а потом есть дома, прямо сдают на 10-15 человек. Я смотрел объявление. Плюс есть вот эти, сейчас вот такие хостел, да? Ну, хостель, да. Хостель, да. Там, получается, в комнате там до 5-7 коек. У вас общий туалет, общий душ, общая кухня. Ну, как вот у нас раньше гостинка была. И вы спите, да, допустим. Или своя комната, но общий туалет с кухней. Или вы можете снимать в квартирах. Есть такие тоже старые люди. Я слышал, здесь даже у нас в городе бабушка или дедушка одинокий живет. У них двухкомнатная квартира. Они одну комнату сдают вам в аренду. Итак, простоял полчаса на заводе, прождал загрузку, успел перекусить. Сейчас загрузился, еду на стройку. 10 кубиков. Это уже радует. После меня еще 8. Еду в жилую зону. Я думаю, что там будут строить дом. И должен стоять бетонный насос. Сейчас я стою на перекрестке, жду, пока загорится зеленый. Стоим, ждем. Значит, мне надо будет проехать и где-то там развернуться. Ну что, я смогу здесь проехать или нет? Ёлки-палки. Здесь вот этот заезд как бы вообще...
плиты старые, блин, неохота сломать их сильно. Так, здесь прицеп стоит, тоже надо аккуратненько проехать, не задеть. Не знаю, получится, нет. Что-то как-то уже совсем впритык уеду с ним. Проезжаю потихоньку, все прохожу. Вот на этом пятачке я должен развернуться. Мне повезло, что у меня поднимается передняя ось на полуприцепе. Так бы здесь мне было бы очень тяжело. Сейчас я буду поднимать. Я даже не знаю, как тут мне правильно развернуться. Надо было больше взять, наверное. Такой пятачок, конечно, тяжеловат. Я даже не знаю, как мне тут правильно все вот так организовать, чтобы прицеп заломать аккуратно. Мне не хватает места. Так, уже приехал следующий, да, тоже пытается, ну да, он, я проехал, то он тоже проедет. Как она страшно работает. Наконец-то я вырвался оттуда. С этих узеньких улиц сейчас я буду опять ехать через автомагистраль. Надеюсь, там не так полно. Пауза. Ты что, кофе? А что меня не пригласил на кофе? Кофейная пауза. Да? В одного кофе пьет, хоть бы меня взял. Ты же угостился, там у нас целый термос стоит. Да я нет, это мой еще старый. Старый? Ну как старый? Там свежий. Я, то есть, я еще не свой не допил. Там Валера сварил свежий, надо было угоститься. Да, мне этим кофе... Я бы тоже подошел, но мне паузу надо делать. Так и я тоже пауза. А туда пешком идти лень. Трех, покажи свое умное лицо. Ты сейчас что считаешь? Скажи подписчикам. Да, у нас нет. Прямо проходит высоковольтная линия, и Андрей линия тут у нас... ЛЭП, да, вон опоры ЛЭП, да, видите, вон. Да, да, да. Вот. Вот. И мы думаем, сколько же тут киловольт? Ну, надо по этим, по изоляторам, по чашкам изоляторам, по гирлянде можно определить. В России здесь, конечно, все по-другому. Здесь и в розетке напряжение не 220, а 230. Вот, в общем, здесь есть отличие. Не понял. Нихрена себе. Уже три, что ли? А что у нас, да, с часами? Да ну нафиг. А сколько сейчас время? Без 10 час. Час. А тут три показывают. Странно. Они идут? Они, по-моему, все уже встали. О, смотри. Не-не-не, секундная стрелка идет. Да нет. А, она стоит на месте, да-да. Она дергается и не передвигается. Смотри. Опа. Все, она сдохли.
Так, а я в это время... О, смотри, Сергей, оно даже вниз падает. Андрюха, смотри, ты пока смотри, а я тут поем. Ладно. Чего тут можно поесть? Батарейка, что-то все самое вкусное да съели, не а? Да может быть такое, блин. Бляха, муха, вот это попробовать. Андрей! А, что там? Уже батарейки... Это получается... Не достает. На одной батарейке шла? Или... где остальные? А может быть они идут на... А батарейка на часы, а вот эти, я думаю, что на мелодию... А это еще на что-то. Быть, да. А вот здесь маятник, видишь? Его нету. Это батарейка на маятник. Тогда тебе скучили. Значит, да. Что нам надо? Одна всего. Так, ну вот уже и стройка. Машина отъедет, буду заезжать на стройку. Места мало, частный сектор. Приходится вот так крутить, выкручивать, ломать, заламывать прицеп. Нормально получается. Все, наконец-то. Так, я уже на стройке, сейчас буду выгружаться. Угостили меня подсолнухом. Вкус детства вспомнил. Я же подсолнух не ел в таком виде, наверное, с детства. Совсем он свежий. Семечки такие мягенькие. Немцы подошли ко мне и спрашивают, что это такое. Я говорю, семечки. Они это не считают за еду, они считают это корм для птиц. Так что в Германии подсолнухи и семечки никто не ест, кроме русских. Прокачусь я еще на одну стройку, поеду съезжу к румынам, буду дальше учить румынский язык. Итак, я на стройке практически, сейчас мне надо будет немножечко вперед проехать, чтобы я заехал на кран. Вот тут машина стоит, я надеюсь, они отъедут. Нахожусь я на стройке, скажи салют. Салют. Это привет. Так что сразу двумя кранами разгружаемся. С той стороны стоит машина, и вот я подъехал сейчас. Ну вот такая у нас стройка большая. С той стороны две машины стоят, даже одна разгружается, одна стоит, еще ждет. Кто там сейчас разгружается? Да. Это мне еще повезло, что я здесь один, а там два коллеги стоят. Петро, давай, рэпиди, Петро. Рэпиди. Я крану, рэпиди. Ай, венем камион. Рэпиди, консумишь коколу. Окей, окей.
Он говорит, что не может быстрее, так как там еще разгружают. Сейчас, говорит, будет быстро. Ода Месса, Ода Зоа. Короче, вот тут у коллеги колесо спустило. Он думает, что его прокололи ножиком. Сейчас будем смотреть. Зо, Айне. Так, давай ты тут. Ти. Визу. Я генал. Сейчас будем посмотрим. Я генал. Так, и это сюда, да? Посмотрю я, если это ножиком, то оно они полностью его. Да, похоже, как проткнуто насквозь. Я играл бы зо Месса, я издас зо рихтик здесь только андас. Раз идет воздух, это ножиком кто-то сделал. Вот так там. Мафия румынская, наверное, нет? Русиш, нет, румынская мафия. Дойче мафия. Говорит, не, немцы сделали. Так, чик и все. Румыниш? Румыниш, там бьё. Там, не? Не 100%. Румыниш, посмотрите, на каких машинах ездят. О, Мерседес, о, видали, да? Приехал в Германию, уже вот на таком машине ездит. А вот второй. Залба махан. Максим Залба. Окей. Консуми. И будет здесь. Вот че, вас опять here? И вас тут дуги. Ду вас них твоги на уму срайн. Он не знает, куда ставить. Момент, их цаги где? Да, мусекс райны штели зайн. Он не знает, куда ставить. Дожились, да? Что люди не знают, куда специально место ставить. Вот видите, тут специально есть паз. Он должен вот сюда вставать. Эй, Ион. Я. Питер Рунта. Я тебе покажу. Покажу я ему. Вот, видишь? Зо Айне Штели, да. Я? Ес Хох. Здесь туда Айне Штели. Да, Мусрайн. Мазбек, ну, еще Айн. Хасту Гизен? Я. Все поднимает, да. Гудгиман. Но вы сами видели, да, человек взял машину, а не знает, куда ставить домкрат. Приходится показывать, учить молодых. Ну-ка посмотрим, что у него за... Катастрофа, ты даже с собой... Он даже ключ с собой не взял. Пускай работает. Good? Nein. Jetzt gut. Jetzt? Ja. Normalerweise muss erstmal ein bisschen schrauben. Ja. Die sind fest. Muss schrauben erstmal zack los machen. Jetzt ist gut. Ja. Я ему говорю, что сначала надо эти болты не открутить, а уж потом колесо поднимать. Чуть-чуть приоткрутить. Ну вот сейчас замена колеса. О, у него еще такой ключ. Такими ключами уже лет 20 никто не пользуется. Специально есть с этим. Мидрей момент, шлюсель. Хасту? Да. О. Thank you.
Ну, не знаю, такие ключи уже 20 лет я не видел. Специальный, у меня ключ, специальный ключ с рукояткой, где чувствуется. Где ключи? Ein Schlüssel, so, lange, mit Drehmoment. Du kannst nicht das kaputt machen, wenn es fest, это так, knack. Ja, 19 Euro, Lidl. Hast du? Ja, ich hab. О, видали? Ноя, я. Уже все шли, эти грани сточенные. Момент. Мазо, мотор. А мазо, потом мазо. Во. Ты бы забесил, Анна. Ты бы забесил. Сейчас посмотрим, что у меня тут. Good? Good еще. Good. А ты пасен фунди тюф. Тюф? А со? Окей. Ладно. Чуть побольше поднять ему. Тут. Объясним, да? Я объясним, да. Давай. Сейчас еще покажу, как закрутить. О, видали? Как мархия, шмуцы. Руки заморовали. Купил машину, а не знает, как колесо поменять. Вот, видите. Е250 Mercedes. Ууу, дизель. Какой год? 13-й. Да, вот такие у нас водители на таких машинах ездят. Румынские. Jetzt fest machen. Weißt du, ich brauche nur andere. Векшер? Ich brauche nur andere. А что, везу andere? Ja, ist gut. Нормально. Тут еще. Aber weißt du warum? Ich brauche kaufen... Zwei. Ist besser, ja? Ja. Aber eins, ist gut, oder? Was sagst du? Wenn eins ist gut, wenn eine ist gut, zum Beispiel. Große Profil ist zwei Jahre, ja? Ja. Die andere kannst du gleiche kaufen. Gleiche Modell, gleiche Profil. Und dann ist passt. Ja, gleichen Profil, ja? Ja, gleiche Profil kaufen, gleiche Modell. Ja. Я могу что купить такую же модель, если хорошая еще у нас здесь. В принципе, да. Если не заклеить, не получится, то можно купить такую же резину и поменять только одну вместо двух. Обычно меняют две резины, так как разные, чтобы одинаковые были рисунки и протекторы. Aber ich glaube, gleiche Modell, ja, kein Problem. Kein Problem. Nur eine. Eine. Купил машину, а не может домкрат поставить. Под машину не знает, как он ставится вообще. Помог я ему немножко. Сейчас он колесо обратно одел. Целое. Поедет завтра на сервис. Будет смотреть. Ну, а я мою машину и все на сегодня.